Собрать как можно больше макаронин, выдуть шарик из одного стаканчика в другой, попасть в цель бумажным самолетиком, собрать пирамиду. Эти и другие веселые конкурсы прошли на дворовой площадке «Молодежка» по улице Казамазова, 10. Ребята из клубов «Восход» и «Мечта» разделились на две команды. Участникам предстояло выполнить задание на ловкость быстрее своих соперников. В итоге победила дружба, и все ребята получили сладкие подарки. Турнир «Не игры» прошел в рамках летнего проекта «Дворовая практика». Все было очень классно, понравилось то, что каждый поучаствовал, все смогли что-то поделать там командами, научились более-менее слаженно работать. В общем, все очень круто. Каждый день ходим к клубу «Мечты» на нашей площадке. Мне понравилось, что всем было весело, все поучаствовали. Больше всего запомнились конкурсы, когда я макаронину одевала. Во что играете? Там догонялки, прятки, вышибалы и все такое. Волейбол. К реализации дворовой практики Центр внешкольной работы готовился основательно. Студенты, аниматоры и педагоги обсуждали современные и актуальные события, знакомились с молодежными трендами, разрабатывали бренды и названия каждой площадки. Проект проходит на трех площадках города – Силкина 20, Московская 25 и Казамазова 10. По традиции, проект предоставляет хорошую возможность подзаработать подросткам в летний период. Аниматорами во дворах работают ребята от 14 лет. Валерия Забродина уже во второй раз воспользовалась такой возможностью и с удовольствием организовывает летний досуг для ребятишек. Общается больше с детьми. То есть, если ребенок хочет поиграть во что-то иное, то баскетбол, там, бадминтон, уна, то аниматор его развлекает. И также общается, если что-то случилось, то он его спрашивает, у тебя что-то болит, нет, и может там оказать первую помощь. Во дворах каждый день проходят мастер-классы, турниры, викторины, игры и спортивные состязания. Все площадки работают с понедельника по пятницу с 15 до 19 часов. Расписание мероприятий можно посмотреть на информационных стендах дворовых площадок без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.